резкого увеличения страховых взносов. С 1 января 2013 года в два раза увеличился размер социальных взносов для индивидуальных предпринимателей. Если раньше они платили в пенсионный фонд в среднем чуть больше 17 тысяч рублей за одного работника в год, то теперь эта сумма увеличилась до 36 тысяч рублей. По данным Федеральной налоговой службы, в декабре 2012 года, январе 2013, число предпринимателей, занятых в малом бизнесе, сократилось на 208 тысяч. Уже сейчас опора получила первые данные статистики, которые показывают, в Тверской области уже на 5% предпринимателей стало меньше. Это в течение декабря и января 2013 года. Предприниматели закрывают свое дело, то, которое с таким трудом открывали, потому что 36 тысяч заплатить в год – это большая цифра, когда обороты этих предприятий совсем маленькие. Ситуацию усугубили новации в торговле. Как раз в это самое время у малого бизнеса отняли право продавать в ларьках самый выгодный товар – табак и пиво. Рост социальных выплат практически сделал убыточным малый бизнес в сельской местности. Сами предприниматели не видят дальнейшей перспективы для развития своего дела. Страшно не то, что действующие предприниматели закрываются, потому что в действительности ряд из них не работает, ряд используют эти компании просто как резервную компанию для осуществления бизнеса. А самое страшное то, что наше молодое подрастающее поколение имеет очень высокий порог входа в бизнес. И через год-два года выяснится, что предпринимателей вообще больше не прибавляется. Опора России готовит обращение к первому вице-премьеру Игорю Шувалову с просьбой экстренно собрать подведомственную ему комиссию по малому бизнесу, чтобы решить, как жить дальше. Иначе казна недополучит серьезную сумму, тысячи человек останутся без работы.